И все привет, ребятки, с тобой играя Бубек от обоих чат. Да. Ваши люби обоих. Где есть история, информация, игра или настройки? Хочу настройки, пик. Дети нас лисик Русь бит мали маяком клюль мусик клюль иси нормаль хард хорошо на иси пик что на иси мне пока не хочу все давай на сядь. Два, но история пик. О, прыгай, что-то. После пожара мистер Секер сигарет его не то не видит. Но полиция пожарные и скоропочин пришли, и они спасли мистера Картера. Но что-то вирус, и они его не спасли. Но убили очень далеко, и они его не видят. О, это мистер Грыш. Он сгорает. Это мистер Грыш. Он сгорает. От прошедшего года. Он его 2-300 лет. Рост выше 102. Вес 103. Щина. Есть дети. Но вы какой... Из параллели в секреле беру. Ось так. Он стой, ось стой, монстр. И ось край. Просвет. Ось. И ось. Горовее мистер Крыш. Да, где свой Иван, ютубер? А, да, это ютубер! Так. Загружаем его в папку, да, и сидим в
Нифига себе история! История. Здесь есть Ирфот Стария. Ну, я не хочу слышать. Давай поиграю еще. Ай. Вот нож. То вообще человек убийцы, блядь. Пожалуй, на эволюционную вторую часть. Поездка в деревню. Начинаем. Косот вонючий вообще. Давай поехали так, что это снизу. Нифига себе. Так, здесь что-то есть или нет тебе? Здесь. Ляна. Так. Летина. Так. Что, ты меня вверх попал? Нет! Так. Нифига себе! Вот там меню. Нифига себе! Труба? Ты поплыли! А там просто дыма уходит. И я эту игрушку секрета не буду в огороде из какого. Она так не упадет. Так, надо ее починить. Все, кадова. Так. Коробки кого-то отвечали. Там тоже били. Это террорист коробки. Там все по крововоду. Так, налад. Я все равно боюсь висеть. Так, опа-опа. Так. Так, чего, блин? Че? Так, надо... Чё там за шум? Блин, я не стреляю, так вроде без. Так. Надо бросить, что я... Так, блин, куда он... А он где вообще? А, вот и дверь, так, надо бросить, а там. И я спью. Так. Роли покасали. Роща. Я что не обросаю? Чего? Здесь надо батишку. И что-то отравили маякхмя. А, я понял. Так, зачем надо мне так? Так, я могу просто спрыгнуть. А, это
Выцел, что это Рекасабур. Чего? А. Да. Там тоже Рекасабур. Это если не... Ай, вот я это дурак вообще. Да, так. Тут моего края. Там у меня есть. Так. Что это там, щук? 3, 2, 1. Странно. Тут закрыто. Ребята, внимание! Посмотрите на наш пол. У нас здесь стоит бутылочка Колу Колы. Это реально очень вкусный напиток канала А4. Продукция Лавала. У нас Лавала всегда есть новости. Чё? Есть фантомонстры, немутанты, робоперсик и, конечно же, Колу Колы. У меня где есть топор. Ну, а покупали мы всю эту продукцию в Пятерочке. Да, Лава-Лава есть Пятерочка. Если вы купали, то вот, все вы знаете. Как? Почему не один пардой. Блин. Больше не идти. А, у есть. Ой, это? Да я могу его огрещать, это. Малека. Так. Я знаю, что очень многие знают про такого персонажа, как сирене-голов. Чё ты попался? Они так быстро, мальчики. Маньяк окрещен на 2 минуты. Отлично. Я пока еще не побьюсь на ручку. Так. Так. Блин, вот ручочка. Это наш обед. Стали ездить туристы. Приехала одна группа туристов. Так. Самая. Да. Однажды сюда так. Планик Картун Кэр. Я беру. Все живое, что было вокруг. Так. Вот эти, кстати, вот это. Минута пришла. Богу, мы находимся на первом этаже, потому что я мог прямо сейчас на ваших глазах оказаться на месте тех военных, которых уничтожили Картун Кэр. Я уверен, что это его ловушка была. Во-первых, мы сразу обратили внимание с пацанами. Это то, что там мощная дорога, которая непонятно куда идет. Кто будет 8, делать такую хорошую 9. Дорогу в таком месте, которая никуда не ведет? 2 минуты, так. Видите? Подожди, пока обрубленные провода. Возможно, что они подключены, потому что туда уходят они дальше. К электростанции. Видно, как военные ребята уехали. О, водышка! Эту военную базу. Тут на...